Привет! Мы в Икее, город Ростов-на-Дону. Сейчас посмотрим новинки весны 2019. Всем приятного просмотра! Новая спальня менее чем за 47 тысяч рублей. Цена теперь ниже. Вот такой комод с тремя ящиками. Размер 80 на 78 сантиметров. Цена 4499 рублей. Комод с тремя ящиками, 62 на 70 сантиметров, сосна, 2499 рублей. Цена такого комода 12 999 рублей. Комод с шестью ящиками 6999 рублей. Вот такая новинка, комод с четырьмя ящиками 160 на 50 сантиметров. Цвет черно-синий, 16999 рублей.
Коврики в детскую комнату по 999 рублей. Размер 133 на 100 сантиметров. Расцветки все разные. Вот такая железная дорога, базовый набор, 699 рублей. Сиденье для унитаза, 399 рублей. По 399 рублей горшки для детей. Вот такой детский набор для чая, кофе, 699 рублей. Тарелки, миски, 12 штук, 799 рублей. Очень красивые игровые наборы. Касса 899 рублей. Контейнер 3 штуки за 49 рублей. Вот такая новинка, кружка. За 199 рублей. Новинка плед за 399 рублей. Размер 110 на 170 сантиметров. Состав 100% полиэстер. Специальное предложение IKEA. Плед 130 на 170 сантиметров. Белый с оттенком. Плед на 23% состоит из шелка, что придает ему мягкий блеск. Цена 999 рублей. Большое разнообразие пледов. Такой плед стоит 1499 рублей. Вот такая подушка 35 на 35 сантиметров. 45 рублей. Подушка размер 40 на 40 сантиметров, 119 рублей. Цвета разные. Такие подушки по 299 рублей, 30 на 60 сантиметров. По 299 рублей вот такие подушечки. С рисунками животных размер 50 на 50 по 699 рублей подушки.